Итак, добрый день. Меня зовут Алексей. Мы продолжаем с вами работать с Витхоми. Программа для создания нашего интерьера дома. Итак, попробуем доработать наш проект. И быстренько накидаем какие-то элементы. И посмотрим наш виртуальный визит. Итак, сразу скажу, я не дизайнер. И буду делать от себя. Давайте так. Мы добавим дверь. Вот у нас как раз входная дверь. Мы добавляем ее на стену. Да? Не нужно делать никаких разрезов, каких-то отверстий. Она просто добавляется на стену и появляется у нас. Можете посмотреть различные двери в нашем каталоге, да, и выбрать подходящую. Теперь я сделаю, наверное, коридор отдельно. Разделю его вот так вот. Может быть, даже немножко его данную стену смещу, дабы увеличить пространство. Далее я сделаю стену таким образом. Таким образом. И добавлю еще две двери. Давайте выберем какие-нибудь двери. Вот у нас есть открытая дверь. Давайте она у нас будет располагаться здесь. И еще одна дверь. Я думаю, здесь у нас будет ванная, да? Комната. Итак, давайте посмотрим, сколько мы выделили для ванной. В принципе, 6 квадратных метров. Но квартира у нас сама по себе небольшая. Итак, теперь займемся тем, что будем располагать основные элементы. Давайте начнем с ванной комнаты. Итак, давайте добавим ванну. Вот интересный вариант. И располагаем на нашем чертеже. Смотрим, что у нас там появилось. Далее добавим раковину, да? Добавляем раковину. Также располагаем ее. Я думаю, что мы ее расположим где-то здесь. Смотрим, да, вроде правильно отображается в эту сторону. Далее можем посмотреть такие раковины. С тумбочкой. Тоже неплохой вариант. Давайте продолжим дальше. Добавим унитаз. Интересный вариант тоже. Где-то расположим, может, его здесь. Так, уже приобретает вид какой-то, да? Что еще можем добавить? Давайте добавим вот зеркальный шкафчик. Я его буду располагать здесь. Так. У нас не появляется. Надо увеличить, приподнять его, да? Все, появился. Мы добавили зеркальный шкафчик. В принципе, здесь уже можете смотреть сами, что делать. Как-то раскрашивать стены, раскрашивать пол, да, добавлять текстуру и тому далее. Так, далее. Давайте сделаем что теперь? Давайте сделаем кухонный гарнитур. Да? Итак, у нас есть кухня, да, папочка. И смотрим. Что у нас здесь есть? Варочная панель. Давайте сделаем так. Добавим варочную панель сюда. Сразу же добавим к ней вытяжку. Далее будем
использовать какую-то гарнитуру. Можно использовать вот красный у нас есть. Есть такая, да, кухонная гарнитура. Светлая. Давайте посмотрим, что еще есть. Ну, давайте попробуем вот такую кухонную гарнитуру поставить. Здесь раковину. Давайте попробуем здесь поставить. Что-то они мне как-то по цвету не нравятся. Давайте сделаем тогда красным. Так, добавим сюда вот мойку. Сюда. Шкаф. И продолжим. Давайте уменьшим, здесь увеличим, чтобы примерно, да, было. Далее, наверное, все три элемента выделю. Четыре. Немного даже сюда смещу. Добавим. Что? Добавим холодильник. Посмотрим, какой. Вот даже интересный вариант. Так вот. Добавили. Здесь можно и вплотную. Так, кухня. Ну, давайте стол добавим. Так, стол мы можем батную вот стойку. Так, а есть ли у нас здесь столы кухонные? Так. Давайте еще микроволновку добавим. Так, не вижу я здесь, надо смотреть. Давайте добавим такой стол. Тоже. Пускай будет интересно смотреться. Развернем. Я, наверное, немножко увеличу его. Буду где-то вот здесь это располагать. Стулья можно добавить. Сюда. Задвинуть, да? Давайте стул сюда добавим. Так. Здесь мы можем как-то разделить нашу комнату, да? Можно сделать какой-то, не знаю, диванчик поставить под нашей лестницей. Ну, здесь у меня пока такого вдохновения нет. Можно расположить так диванчик и здесь где-то расположить наш телевизор. Да. Ну, давайте теперь перейдем на второй уровень. И здесь я сделаю, наверное, спальную комнату. Так, перейдем во вкладку нашу. Давайте спальня. И здесь будем смотреть. Выбираем кровать. Так, вот это вот, наверное, поинтереснее. Отлично, у нас здесь будет стоять кровать. Давайте, наверное, еще здесь будет стоять какой-то компьютер, да? Я сейчас посмотрю, есть ли у нас здесь. Интересно, нет, это надо перейти в офис, во вкладку офис. Так, вот монитор уже есть, компьютерные столы есть. Я, наверное, поставлю вот такой стол. Повернем. И здесь его буду располагать. Добавим теперь монитор сюда же. Давайте будем смотреть сюда. Необходимо нам его приподнять.
Далее, здесь у нас есть и клавиатура, и мышь. Ну, давайте тоже добавим. Добавим клавиатуру, увеличим клавиатуру. Приподнимем ее. И также добавим мышь. Куда-то сюда. И тоже приподнимем. Так. В принципе, минимализм присутствует. Можно как-то наш стол раскрасить, наверное, под цвет. Давайте попробуем изменить цвет. Такой. Вот. Более уже гармонично смотрится. Так, далее. Здесь можно поставить какие-то шкафы. Давайте посмотрим, есть ли у нас тут. Давайте зайдем в спальню. И здесь посмотрим, комод можно поставить. У нас различные шкафы. Давайте посмотрим, как будет выглядеть. Добавлю два шкафа. Пускай будет. Можно сделать отдельно гардеробную. Ну, вот такой вариант получается. Здесь уже, как говорится, на вкус и цвет. Итак, вот такая модель у нас появилась, да? Нашей квартиры. Здесь можете дорабатывать, как-то менять цвет нашего. Давайте посмотрим что-нибудь интересное. Можно и плитку положить. Здесь также можно, да, на этом уровне сделать какую-то текстуру. Так. Завершили работу. Здесь вы можете в дальнейшем сами что-то создать. Добавить какие-то элементы. Пространства у нас еще достаточно. На этом я, наверное, завершаю свою работу. А вам желаю, чтобы вы закончили эту работу и купили себе такой же большой и красивый дом. Всего доброго, до свидания.